Всем привет! С вами InformTV. Юлию Савичеву вы знаете как российскую певицу и финалистку второго сезона телешоу «Фабрика звезд». А также в 2004 году она была участницей международного конкурса «Евровидение». Сегодня артистка не часто мелькает на экранах, но отсутствие активной творческой деятельности не помешало девушке стать лидером по количеству хитов. Безусловно, такая красавица не могла быть одна. В 2009 стало известно, что певица живет несколько лет в гражданском браке с известным продюсером Александром Аршиновым. Несмотря на слухи о романе девушки и популярного телеведущего Дмитрия Борисова, мужем певицы является именно Александр. В октябре 2014 года они сыграли свадьбу. Но вскоре Юля пропала с телеэкранов. Она не появлялась на сцене и не выступала на различных концертах. В прессе сразу же начали искать первопричину, почему же пропала певица. Как оказалось, за это время Юлия пережила личное горе – потерю первенца. Несчастье произошло во время гастролей. В организме произошел сбой, и врачам не удалось спасти малыша. В семье Савичевой начались разлады. К счастью, супруги сумели преодолеть кризис. Чтобы хоть немного справиться с горем, она взяла шефство над двумя малышами из детского дома – трехлетним мальчиком и девочкой постарше. Вторая беременность наступила не сразу. Свое положение девушка долго скрывала от поклонников. Они с мужем даже уехали в Португалию. В феврале 2017-го стало известно, что Юля родила ребенка. После рождения дочери она не стала засиживаться в декрете и почти сразу приступила к концертам и записи песен. Сейчас артистка продолжает изредка сниматься в различных телепередачах. А вам нравится Юля? Как вам кажется, подходят ли они с мужем друг другу? Пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!